Спортклуб «Динамо» отмечает 27 лет со дня основания. За это время в нем выросли в том числе олимпийские чемпионы. Тодор Касапу, Николай Журавский – лишь некоторые из спортсменов, прославивших нашу страну на различных международных соревнованиях. Спортсмены из клуба «Динамо» всегда входили в состав молдавской сборной на Олимпийских играх. Однако никогда результаты не давались им легко. Говорят, чтобы услышать гимн страны, приходилось много трудиться и многим жертвовать. Я финалист на двух эдициях Жокурлы Олимпичи. Ультима дин Рио а хост локул 5. И акум спер и мерг наинте, са ведем, че о сфи ин Токио. Требуй са фи инкрезут ин тине, са мерг ла фарте мулте сакрифичии, пентру ка спортул ди перформанса нечесите сакрифичии. Deja reprezint acest club, participăm la diverse evenimente sportive în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și, desigur, fiind la arena internațională, suntem mândri când avem o victorie, să avem flagul nostru în mână. Министр внутренних дел Павел Войко, в чем ведении находится спортивный клуб, поздравил присутствовавших с 27-летием со дня основания и наградил лучших спортсменов и сотрудников МВД. У меня властра с устачей, когда свой путь в Сирисуне и много Республики Молдова, передели мундиали. Сын конвенц, что преумно будет у меня властра, вом реуши, с едуком ши тынара генерация, într-un спирит патриотик, де индикатор, де приятение. Яр ной преумно, с реуферим кондиции, necesare pentru pregătire, în așa fel ca împreună să ne bucurăm de rezultatele lor. Спортивный клуб «Динамо» был основан в феврале 93-го года.